В Люберцах продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В городском округе работает 167 участковых избирательных комиссий. Как они справляются со своими обязанностями в условиях пандемии, узнавала Луиза Егезарян. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запомнится надолго, впрочем, как и весь 2020 год, говорят сотрудники участковой избирательной комиссии 3826. Несколько часов в день рабочий процесс проходит на свежем воздухе, но все равно наличие средств защиты условий обязательное. К таким мерам члены комиссии относятся с пониманием. Это необходимо для безопасности своей и окружающих. Я считаю, что нас только правильно организовали в период пандемии, борьбы с COVID-19. Правильно организована работа. У нас есть вся униформа, и защитные экраны, и маски, и перчатки, и халаты. То есть до минимума сведена вся опасность заражения. В выходные дни голосование во дворах проходит с 10 утра до 15:00, в будни с 16 до 8 вечера. По словам сотрудников избирательной комиссии, такой способ голосования пользуется среди жителей популярностью. Он удобен, безопасен и занимает меньше времени. Мне очень понравилось, что вот можно проголосовать здесь, во дворах. Здесь очень удобно, и тем более перчатки, маски, все выдают. Очень приятно, что позаботились о нашей безопасности, что за нас переживают. Стационарные избирательные участки работают беспрерывно, каждый день с 8 утра и до 8 вечера. Для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, у жителей округа достаточно времени. Процедура голосования завершится вечером 1 июля. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.